Когда одноклассницы Ольги Алешины мечтали стать певицами и актрисами, сама она уже твердо знала, что хочет преподавать. К окончанию школы определилась и со специализацией. Решила, что будет учить детей истории и обществознанию своим любимым предметом. История – это опыт предыдущих поколений, он может многому нас научить. Поэтому очень важно знать свое прошлое, чтобы не совершать ошибок в будущем. Московский государственный областной университет Ольга закончила с красным дипломом. И в этом году устроилась работать учителем истории и обществознания в Лопатинскую школу. Мы всегда рады молодым специалистам. Особенно важно, что это выпускница нашего городского округа, выпускница Первовидновской школы. И эта преемственность, на мой взгляд, очень важна. Потому что ребята, которые приходят к нам обратно, получив образование, они болеют за округ. Они жители нашего округа, и они заинтересованы в том, чтобы образование у нас становилось все лучше и лучше. Дети очень хорошие, школа очень хорошая. Мне очень нравится учить детей чему-то новому, объяснять им свой предмет, передавать любовь к знаниям, передавать любовь к своему предмету. Я знаю, что некоторые дети уже тоже хотят стать учителями. К преподаванию Ольга старается подходить творчески. Классические методики дополняет игровыми элементами. Вовсю использует современные образовательные технологии. Неудивительно, что на ее уроки школьники ходят с удовольствием. Ольга Владимировна очень хороший учитель. Она очень хорошо рассказывает темы. Я понимаю ее предметы. Она доходчиво все объясняет и информацию хорошо распределяет, хорошо подготавливает к самостоятельным. Вы больше на одной волне. Вы можете найти общий язык на уроке, допустим, истории, поговорить не только об истории. Ты привязываешься к учителю, чтобы его лишний раз не обижать, начинаешь учить предмет. Я это на своем примере понял. Одну свою мечту Ольга Алешина уже воплотила в жизнь. Стала дипломированным учителем и работает в школе. Теперь ее цель – реализоваться в профессии и воспитать побольше стабальников по своим предметам. А также привить любовь к истории как можно большему числу учеников. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.